Что ждет нас в Германии? Мой ответ – год за годом это будут трудные времена. Я знаю, что многие люди в нашей стране чувствуют связь с Россией и ее народом, русской музыкой и литературой. В Восточной Германии также есть разные весьма противоречивые воспоминания о 40-летней истории, которые до сих пор имеют влияние. Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то там нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу. И да, санкции имеют свои издержки, в том числе и для нас. Но что было бы альтернативой? Смотреть на это преступное нападение и просто продолжать жить дальше, как будто ничего не произошло? Ведь в наших интересах не соглашаться с нашими партнерами в России. В наших интересах освободиться от зависимости от режима, который совершает удары против соседней страны и использует энергию в качестве оружия.